Знакомство с финскими обычаями, музыкой, танцами и традиционными блюдами. Представители разных диаспор собрались вместе не только для того, чтобы погрузиться в финскую культуру, но и отметить десятилетие общества дружбы Россия-Финляндия. Нас пригласили поучаствовать в фестивале «Аромат национальной кухни», чтобы представить финскую культуру и финскую кухню. Мы с этим предложением радостно согласились. Тем более, что в этом году мы совместили наше мероприятие с десятилетием с года образования общества. В основном мы предлагаем нашим гостям сегодня рождественские, традиционные рождественские финские блюда. На столах можно было найти классические финские звездочки из слоеного теста, калитки, которые в Финляндии называют карельскими пирожками, а также россоли – финский родственник всем известного винегрета. Несмотря на северный колорит вечера, среди гостей были представители самых разных культур. Смешение севера и юга стало еще одной особенностью вечера. Конечно, южная кухня и северная – две большие разницы. Почему? Потому что грузины в основном используют грецкий орех, специи, сыр, естественно. Вот. А в северной кухне – это калитки. Да, как мы видим, салаты определенные. Организаторы вечера хотели не только накормить посетителей, но и развеселить выступлениями различных коллективов. В программе были как традиционные финские и карельские танцы и песни, так и номера коллективов самых разных народов мира. Алексей Неживенок, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360.